Всем привет, ребята! Сейчас будет мини-гейм искус. Я против кабана. До 3 очков. Погнали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Я первый. Я гадаю, просто бортвис в уголок. Я гадаю, в этот уголок брови. Мне дали скетч. Я гадаю, как вам рапку уголка? Но не факт, что я поставлю. Могу дать еще одну скетчу. Какой-то геймовскут у нас неинтересный. По логике вещей должно быть 2 пытки, а я уже 5 потрачу сейчас. Просто трёху в обратку уголка.
Брейком, я могу и в этом делать? Да. Окей, они одинаковые, может. Очень хорошенький трюк, ТЛГ, бар-твист в степ-ап. Вот это он точно не сделал. Я думаю, руль поуже. Гадает актер, если тебе минус поставлю, то как? Понял?
Я гадаю. Гадаю VIP на бар. Ну да, я не знала. Это-то. Ну ладно, я попробую. Я хоть и не делал, но зато я делал хью на бар, так что. Можно сделать. Я уже за этот видос сделала один релен, это два пара в квотере и два хиглиса в квотере. Я еще одну буду, потому что у тебя
обсуждается. Играл. Всем спасибо за просмотр. Выиграл в этот раз меня Артем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, прогресса. Пока-пока.